Привет, дорогие друзья! Вот еще один видео на русском. Надеюсь, их кто-то из русских смотрит. Мне еще все еще надо догадаться, что снимать на русском. А вот мне в голову пришло снять об этом, которая моя любимая русская песня. Вы можете угадать или нет? Все. Эту песню мне пускали в прямом эфире, не знаю, стриме, у Лёхи Хомякова, да. Потому что он исполняет музыческие желания. И эта песня называется «Чародейка» от Эльбруса Джанмирзоева. Я надеюсь, что это я не сделала ошибку при говоре. И все. Значит, «Чародейка» — это моя любимая песня на русском. Я не знаю, если он прямо и русский. Знаю, что с Кавказа, думаю. Ну, у него голос прекрасный. И вообще песня, слова мне нравятся. Сейчас я попытаюсь вам ее спеть. Я вас предупреждаю, что я не умею петь. У меня такого таланта нет. Но всегда хотелось вот эту песню петь. Начинаем. Берегись, я серьезно. От нее скрыться сложно, такие, как она, очень мало. Возиться своим жалом, она меня околдовала и на вечность себе забрала. Играет мной, будто игрушка, она львица, а не кошка. Своим ароматом манит, чего хочет она, не знаю. Соблазнит или обманет, но я перед ней утаю. Боже мой, как она красива! Без нее я бессилен, она словно чародейка, но с нею я всесилен. Ее глаза околдовали, а улыбка сердце ранит. Я у нее на палатке, моя жизнь у нее в руке. Ее глаза околдовали, а улыбка сердце ранит. Я у нее на палатке, моя жизнь у нее в руке. Я не уверена, как это звучит. Возможно, у вас уши будут болеть. Ну, я прямо скажу, что у меня полно русских песен в телефоне разных. Так что это была моя любимая песня на русском языке.